Здравствуйте. Сейчас мы начинаем цикл передач про венские районы. Мы находимся сегодня с вами в 23-м районе, который называется Лизинг. Лизинг – это самый последний присоединенный район в Вене. Он находится на юго-западе города. В 1938 году, после аншлюса Австрии и Германии, некогда территория, принадлежавшая к Нижней Австрии, была присоединена к Вене как 25-й венский район. После Второй мировой войны район был снова отделен от Вены и отдан назад к территории Нижней Австрии. И только спустя десятилетия, в 1954 году, часть района вернулась в состав Вены, но уже как 23-й район. И да, вся территория района после Второй мировой войны полностью принадлежала Советскому Союзу, вплоть до 1955 года. Сзади меня находится большой торговый центр 23-го района, который называется Риверсайд. Риверсайд очень просторный, с более чем с 50 магазинами на двух этажах и фитнес-студией на третьем. Прямо под торговым центром расположен гараж, которым клиенты могут пользоваться в течение 2 часов бесплатно. Кулинария. Кулинария охватывает широкий спектр от Октоберфеста до бегущих суши. Также рекомендую пиццерию Мурана от этого итальянца. Наверное, единственная пицца в городе в форме сердца. Не каждый венский район может похвастаться своей именной речкой, которая называется Лизенбах и берет свое начало в Венском лесу, протекает через весь район и доходит устьем до города Швехат на протяжении 30 километров. Проживает в районе немного более 106 тысяч жителей на площади 32 квадратных километра. Это преимущественно спальный район, в котором находятся тихие жилые кварталы и виллы, соседствуют с современными жилыми комплексами, а также есть промышленные предприятия. Соответственно, в районе хорошо развитая система транспорта. В этом же районе есть 2 вокзала – Вена от Церсдорф и Вена Лизинг. Через 23-й район проходит 6-я линия метро, трамвайные и автобусные маршруты, линии электрички и такси. В районе насчитывается 13 894 жилых дома, из которых 1378 были построены еще до 1919 года и 3046 домов после 1991 года. Почти треть района занимает зеленые насаждения, в том числе и виноградники. В 23-м районе расположены многочисленные хойригеры, уютные питейные заведения, в которых в семейной атмосфере, под традиционные австрийские закуски, а в некоторых ресторанчиках и под живую музыку, виноделы угощают посетителей вкусным вином из местных сортов винограда.
Среди достопримечательностей района можно выделить киностудию Розенхюгель Film Studios и государственную типографию Австрии. Замок 18 века Атерла, построенный архитектором, как раз тем, который строил Шонбрунн, точнее его перестраивал, Николаус Покаси, а также акведук Лизинг, является памятником архитектуры Венского водопровода во время первого Венского водопровода в 1870-х годах, который до сих пор покрывает до 40% водоснабжения Вены. В округе расположены два городских бассейна, большой продовольственный и цветочные рынки. Особое внимание я бы хотел обратить на интересную церковь, а точнее храм Святой Троицы, более известный как храм Ватрубы. Построен по проекту Фрица Ватрубы в 1976 году. Сооружение состоит из 152 асимметрично расположенных бетонных блоков, размеры которых варьируют от 0,84 до 64 квадратных метров, а масса от 1,8 до 141 тонны. Самый высокий блок достигает 13 метров в высоту. Весь храм, граничащий с Венским лесом, имеет размеры всего лишь 30 на 22 метра, а его высота 15,5 метра. Из-за отхода от традиционных форм церковного строительства возведение здания встретило некоторое сопротивление местных жителей. А сейчас вопрос. К какой именно религии относится это здание, построенное Фрицем Ватрубой? А. Католическая религия. Б. Протестантская религия. С. Буддийская религия. Свои ответы пишите в комментариях. Многочисленные парки и скверы привлекают в Лизинг большое количество отдыхающих. Парк Дрюю по названию страны Бутан произносится как Дрю – земля громового дракона. Этот небольшой парк был основан по инициативе австрийско-бутанского общества дружбы, сотрудничества и культуры, австрийско-бутанское общество, а также студентами высшего технического колледжа ко столетию королевства. Парк довольно молодой и небольшой. Он был открыт в 2012 году в присутствии послов Китая, Индии и Бутана. Парк интересен не только своей красотой растений и деревьев, но вот этой мани-стеной, на которой высечены 6 слогов и форм буддийской молитвы мантры. Эти камни, которые по преданию могут исполнять желания. Отели в этом районе небольшие, в основном семейные и очень уютные гестхаусы. Они очень привлекают не только своей небольшой ценой, но и тишиной, в отличие от центральных, больших, суетливых отелей. Спасибо, что вы со мной посетили сегодня 23-й район Вены Лизинг. Надеюсь, вам это видео очень понравилось. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал и оставлять свои сообщения под этим видео. До новых встреч, пока!